О, сейчас будет красота. А нет, Гапош все-таки решил Джон Кейджа брать. Наигрался на этом какого? На Рейне. Блин, ну Рейн у него классный. Я говорил, чуть проблемы начнутся, сразу Джон Кейдж вылезет. О, сабом, это мой прикол. У меня такой глич только что был. Двоих игроков не было на экране. Блин, жестко Гапоша. Серега, спам, тычка клона. И не забывай про Shadow Keep. Он может его нажать. Блин, антиер очень хороший у саба. Ты меня научил теперь, Кинг. Я? А, да. Это? Да, просто клона ставить. Я запомнил. Я думаю, это против гитары может сильно работать. А, ну да, по-любому. Против кого? Против гитары? Да. Ой, из угла выкинул. Гитара это этот, что ли, миротворец? Нет, не Тара. А, не Тара. Да. Оказывается... каждый думает в мир своей испорченности. Да. Это точно. О, наказание. Хорош. Не, просто миротворец, он же там типа изображает, что он на гитаре играет. А, точно, точно. Ты прав. Хорош. Вау, Серега вообще, вау. Офигеть. Удивляет меня. Ха-ха, красавец. Просто без палева. А помните, кто-то удивлялся, что стрим может идти 3 часа? Да. Вот, он идет 3 часа почти. Ах, это так не работает. Ну, на самом деле мы бы уже заканчивали, если бы мы во время ожидания еще кого-то играли. Да. Да не, вряд ли бы заканчивали. Мы сейчас даже половину не прошли, там бы только половина была. Ну вот сейчас весь низ уже был бы заполнен точно. И вы бы сейчас, может быть, вот как раз с Брэдсом пошли бы играть. Да вряд ли. Вот, и я тоже писал, долго будет. Тем более не такая, так другие проблемы были бы. Ой-ой, что ты делаешь? Не, не камбэк нет. Скорее всего нет. Но мы это ему желаем. Конечно. Ай-яй-яй. Так, это один... 1-0. 0, да? Ну, не, ну если тебя... Если тебя перевести на казахский, то да. А ты знаешь казахский? Ты только сейчас сам сказал. Я отлично сказал это на русском. Так. Так, Флайби у нас просится в сетку, но мы уже набрали. Сегодня, наверное, никак уже. Да, никак. Мы можем в следующие выходные, можешь провести еще один турик какой-нибудь? Можем. То есть ты хочешь, чтобы я еще... один раз полночи бездарно потратил. Не, мы не обязательно, мы можем разделить. Можем разделить же. Мы спокойно вдвоем покомментим. Серега, тащи! Ой, красавец. Отлично. Ух ты, почти, почти. О, давай! А, даже без усиления даже зашло. Повезло. Лучше так не рисковать. Да, согласен. О-о-о! Блин, как он так классно делает? Амбо, я бы так, наверное, не смог. Серега забывает про тычка клону. Да, кстати. О!
Только он хит попал. Причем он мне сам учил им пользоваться. Он мне говорил, что часто его надо вызывать, и противник будет попадаться. Но сейчас он почему-то, да, как-то мало его достает. Идеально было, мог, когда Гапоша прыгнул, там идеально можно было сделать этот антиэр, как ты делаешь, Кинг. Начинается. Так, дропнул. Ой-ой-ой, красиво. Ух ты! Не читает. Если в следующий раз ты будешь, то там будет уже три Кенши, если Флайби еще будет. О, да. Хотя, может, я уже к Герусу перейду окончательно. Как словил, прикольно. Блин, вот это наказывает там было. Давай, Флайби, спокойной ночи. Хорошо, я тебе сообщу, Флайби. Конечно. Но заходите все равно в Дискорд. Мы вас будем отмечать. И тогда вы всегда будете оповещены. Либо я сделаю просто на следующей неделе уже сразу оповещение, чтобы все знали. Хотя бы 2-3 дня до турика. Когда норм будет. Не люблю я все-таки такое, когда всем постоянно насрать на канал, а потом бац, турик какой-нибудь, и все. Я твой друг. Ну да, есть такое. Ой, 8 секунд. 7. А, да ну! Давай. 5 секунд. 3, 2. И 1-1. Блин, красота какая. Серёга, как не стыдно. Кстати, сейчас отвечу в чате. Да, ребят, мы играем просто по фану, просто поугарать, вместе время провести и так далее. Что, заходите, просто поугараем. Почему бы нет? Оверхед, заходи, делюкс. Не, я больше угорать не выдержу, у меня живот болит. Там уже пресс. Да. Да, вот люди покупают какие-то абонементы, ходят там в спортивный зал. Оказывается, просто в Mortal Kombat надо играть. Ну, смеяться, да. Как раз та игра, где смеются больше всех. Хорош. Бам. Вау, вот это поворот. Еще раз. Ух ты. Серега удивляет. Вау, что тут началось? Ой, блин, там идеальный был бы клон. Так, ой, так, так, так. Склоняет, а? Красиво. Что он творит? Вау. Блин, мне кажется, у нас одна ошибка. Нам надо было делать бои FT2. Тогда было бы все хорошо. Да, да. Быстрее заканчивались бы, что ли? Ну да. Да, он нас бы все быстрее заканчивал, если бы не ждали по полчаса. Ну да, есть такое. Или надо что-то ребятам делать там с инетом, я не знаю, или с компами. Гапоша крутой прям. Очочками раскидывается. Я, кстати, даже не знаю, как это прожимать. Это называется вперед, вниз, назад, два. Да? Да. Перепрыгивай, перепрыгивай. Ой. Без паниша, а он мог его убить. Там 1000 лет можно запанишить. Ух ты. Серега, Серега. Я же тебя болею. Такие страсти вообще. Оверхед.
Ух ты. А, не попал. А ну. Опять оверхед. Реактить надо. Ой, яйки. Побежит, надо тычку давать. Ну что за... Сидит. Какая защита у него. Вау. Так. Вот это точно нерфить будут. Потому что у лавы тоже комбился армор. Камео. А то, что у лавы с гора комбиться, это камео, не собирается исправлять? Камео, камео. На остальное пофиг пока. Так. Олег, здорово, кстати. Так, что у нас? Какой счет там был? Сейчас, момент. Олег, скорее всего, через неделю. Ну, возможно. Гапоша 2, Серега 1. Давай, Михаил, тоже пока. Да, Миша, давай, пока. Спасибо, что был с нами. Так, ну я думаю, турик можно будет на следующих выходных сделать, если ребята не против. Неинтересно, бывают люди, которые против турика вообще? Ну, кто его знает? Что за странные? Ну, зеленый, красный. Да, он говорит, зеленый, красный, желтый. Я такой, и что это общего с шансоном? Тоже не понимаю. У него, по-моему, ни в одной игре таких цветов не было. Нет? Ну, шансона красный с желтым, да. Так и зеленый тоже в 11 части были, изумрудный цвет. Такой. Ну, это ну, ладно. Я имею в виду классический. Ну, то есть, вот, типа, ты открываешь когда персонажа, у него есть стандартный вот этот вот костюм. Да, да. То есть, как, то есть ты можешь и скорпиона в зеленый покрасить. Ну да. Но он же изначально желтый. Ну да. Вот. Есть. И получается, что в новом Mortal Kombat, как бы классический шансон, он какой он такой, ну, желтоватый, золотой такой, да, как угу. бы бежевый, там, я не знаю. Да. Но, да ладно, никак... просто сделали говно и все, что забыли, что исправим. Нет, ну просто мне прям чувак доказывал, что это смесь Хавика и шансона. Цвета от шансона, костюм от Хавика. Ой, красиво. А Серега еще магет. Нет, я не про ирокезы, я про цвета, Крейн. То есть мне типа говорили, что типа да, внешность взята от Хавика, ирокезы, вот это вот все. Mm-hmm. А цвета типа от шансона. Такой тип, нет, у него не такие яркие цвета. Ну нет, конечно. Ну вот я тоже говорил, что это Хавик Титан. Ничего общего ни с Мелиной здесь нет, ни с шансоном, ни с кем. Я не знаю, почему сезон Мелины и ни одного фиолетового костюма. Согласен, кстати. Серега, нельзя мышить против ДК. Он бубо делает. А что вообще против ДК можно делать, кроме как сидеть в блоке и ждать, пока тебя затыкают? Ну, если ты постоянно ноешь, что персонаж говно, то там без вариантов. Кому надо, найдут варианты. Ух ты. А что, это попадет? Нет, это не попадет же. Е-мое. Гапоша понадеялся. Давай! У-ху! У нас 2-2. Так, 2-2. Ты не в восторге от данного костюма? Ну, блин, ну, конечно, нет. Сейчас битва начнется, ты здесь что-то смотришь. На всякий случай, у меня есть история. Перерыв и позовешь быстренько китайца? Да. В смысле, ты с чаю потом? Ну-ка, Крейн. Ну тогда, если по Венерам пойдем, то я играю с Брэдисом. А потом ты с чаю. Ой, хорошо поймал. Блин, Серега зверь. Зверев? Звери. Не дай бог, да? Да, не дай бог. А то почти как этот скин выглядит для меня, который был на сабе до этого. О, наказывай. Да, блин, ты мог убить, Серег. О, вот сейчас убьет. Давай. Пожалуйста. Капец, он у нас в напряжении держит. Вот Серега, а? Вот исполняет, а? Ну. Держит напряжение весь стрим.
Камелеон армор на вейке надо. А, уже поздно. Ой-ой-ой. Ух ты. Мог законфермить. Вау-вау-вау-вау. Капоша. Офигеть. Крутозавр. Камбэчная? Не, не камбэчная. Бабах. Серега контент делает, не то слово. Молодец. Мелину надо юзануть, но уже не успеет, походу. Да. Он это чип дэмэдж делает. Да там урона-то нету. Ну, все равно, какой-никакой. По двадцарику. Давай тычку Мелину, блин. Ах! Уже опять поздно. Серега, давай камбэк. Не реактит, не реактит. Все, что ли? Ну, я не знаю, как у вас. Ой-ой-ой. Когда ой-ой. Вот этот удар давай! Сверху пошел. ФБ! Давай, ФБ! О-о-о! Вот это да. Офигеть, если он сейчас заберет этот раунд, это будет контент крутой, очень крутой. Ну это но... очень сложно, я думаю, здесь надо только ну да, сложно. Да, это я точно. Я даже ничего придумать не могу. Воу! Блин! Блин, Серега! Серега, ты выиграл! Японский ядерный взрыв. Воу! Это что вообще такое было сейчас? Мы стали фанатами Сереги. Офигеть, это жесть. Ну ладно, Гапоша, конечно, тоже держался, молодцом там уже. Офигеть, сколько времени у него. Утро. Не спал. У него 12 должно быть. А, 12? Я думал, у него там 4 утра или сколько. Так, ну что, я с китайцем играю, или вы с Брэдсом пойдете? Как угодно.